Новая миссия. В Азербайджане приступил к работе новый посол Кыргызстана Кайрат Асманалиев. Дипломат уже вручил президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты. В ходе беседы лидер Азербайджана подчеркнул общие корни, которые связывают две страны. Что касается двусторонних отношений, мы рассчитываем на интенсификацию контактов. Считаю, что есть потенциал, который не в полной мере реализован за прошедшие годы. Поэтому, конечно, нужно пристально посмотреть на торгово-экономическую сферу, где мы можем нарастить товарооборот. Также, как вы знаете, Азербайджан активно инвестирует за пределами страны. И мы можем обсудить подробно инвестиционные проекты в Кыргызстане. Ну и, конечно же, взаимная поддержка на международной арене всегда сближала наши страны, и уверен, что и в будущем мы на площадке ООН и в рамках Организации исламского сотрудничества, конечно, Тюркского совета, СНГ и других организаций мы будем оказывать друг другу поддержку. Дипломатические отношения между странами были установлены в январе 1993 года. Спустя 14 лет в Бишкеке открылось посольство Азербайджана.